Заявился в детский сад с пистолетом. Задержан отец воспитанника одного из дошкольных учреждений Челябинска. Мужчина пришел забирать ребенка. В итоге поссорился с охранником. Тот заметил у посетителя оружие. А когда на утро папаша снова пришел в садик, сторож испугался и нажал тревожную кнопку. Вот фото пистолета. По данным полиции, он сигнальный. Палить из него хозяин якобы не стал. Полицейские провели беседу с участниками конфликта и выяснили, что причиной ссоры стало парковочное место. А это уже другой нарушитель. У него не было оружия, зато был нож. Как говорят сотрудники частного охранного агентства, с ним он пришел в один из магазинов на улице Воровского. Зачем ножом махали? Я? Вы. Я ножом... кстати, я ножом не махал. Не махали? Вообще. А этот не ваш ножик? Это вы уже достали у меня из рукава. А, то есть мы подкинули, да? Да. В торговой точке он мешал работникам супермаркета. Те попросили хулигана покинуть помещение. Тот обиделся и достал нож. Повезло, что порезать никого не успел. Сейчас все обстоятельства выясняют полицейские.